А я не умею приседать. Кто там стоит перед нами? Крыса? Со скапканом. Сейчас я включу свои щиты. А я свои. А нет смысла. Угу. Пошел я за тобой. А вот не хочу ходить. Так, там у них бастион. Где стоит? Прямо перед колоколом. Почти убил, но я вот хилил их. Какой пал? Меняю щит. Так, кто там туда пошел? Ша-ша-ша. Волки. Как они быстро ломают. Бастион же. Ну, бастион. Ну, кто-то должен пробежать слева, типа трейсера, и убить. Да я уже его сломал, 30 кп оставил. Его захилили. Не могу его убить. Меня убили. Почти. Я не могу просто пройти туда. Убил бастиона. Сломали его, и чё? Отлично, идём. Идём. Красавчик справа, слева. Рейнхарда убили мы его. Бля. Конечно. А, тут не Рейнхард. Обидно. Чё, слились? Я стою. Я захватываю объект! Ща. Ты не блин, да ладно. Что за дичь? Через центр быстренько. Да, быстренько уже не получится. Да. Что там будет бастион, да? Да. Там где он сидит? Давай вправо. Где-то справа. Вот. Макри наверх. Прям углу. Бля. Макри. Бастиона почти убил, но там окрит. Основная масса в серединке трется. Бля. У меня есть молот, только я не умею им пользоваться нормально. Бастион. Я могу вломиться. Он наверху сказать, справа в углу, прям на входе в лестницу вниз. Да блин, не прячься за эту фигню. Отхилите меня кто-нибудь? Ты не прячься за ней, я же могу сквозь стенку хилить. О. А, блин. Ну. Вот так вот. У меня ульта почти есть, я сейчас дойду. А мне тоже. Вот это было зря. Да. Всё, нет, его убил. Так, у меня скоро ульта накопится. Тоже. Могу ульта научить, если что, тоже. Бля, я опять тоже. Макри. Где он? Да сверху был. Так, скажите, когда будете заходить, потому что... Да что к тебя, как? Слева, слева этот хрен. Бастион. Угу. Так, ну что, заходим? Заходим, надо бы вправо. Сломался щит. Так, скажите, когда идем. Идем? Я справа иду. В принципе, я сразу на бастион пойду. Я захожу тогда. Захожу. Ощутите спокойствие. Бля, высоко. Блин, на мой мол тоже. Макри наверху.
Слились, да? Да чтоб тебя. Да. Я перепикиваю Ренхарда, не получается. Ну, обезьяну возьму. Еще хуже. У меня серебро по урону. Ну хотя не. Возьму обратно Ренхарда. Просто давайте все вместе пушнем. Моя суперспособность заряжается. Отходи, отходи. Да пока не бьют. А вы не можете сбоку обойти? Ну, Дива, по крайней мере, точно может. Бастиона нет. Ну, в смысле, бастиона нет. А, ну, так-то да, нет. У них, в смысле, нет. Он сейчас да встанет. Ребята. Я зашел внутрь. Опай. Ульта есть. Я их просто немного отвел. Так, у меня тоже ульта есть. Моя суперспособность заряжается. Ощутите спокойствие. Сверху Макри остался. Бля, Макри и бастион там сверху. Нет. Держу. Блин, не держу. Бастион меня все-таки слил. У меня голда по урону. Это сколько? А? 7000. Это сколько? 7000. Этот объект лол. Лол. Бастион нас слил почти. У меня ульта готова, могу зайти, достать. Сейчас, подожди. У меня тоже молот готов. Не, никого не забило. Мы ворвемся, нет? Держим, держим. Там никого не осталось, да некого рубля. Есть. Блин. Держите, держите, ребятки. Ощутите спокойствие. Это выдержать осталось, давайте. Чуть-чуть. Где? Ну. Давай. Давай, давай, Ренхард. Че там один остался? Не, вообще не вали. Вообще не вариант, не сможем. Там бастион, если бастиона не убьют, то мы не убьем их. Сейчас я за это спел сверху зайду. Так, вы так без скилла пока. Помогу справа сверху. Там бастион, Макри, потому что обычно. Бля. Трейсер. Бля. Обходите справа, ребят.
слышала. Говно. На точку. Ну да, платочком. Сейчас будет ульта. О, блин. Ульта. Давай. Бля. Блин. Я вижу, печально. Не добегу, наверное. А, лол. Бежим, бежим. Не, нет. Выебали. Не, ну вот это, в принципе, катка нормальная такая прям была. Почти. От души. 10 тысяч урона. Охренеть. А я что сделал? Лутанул. Ой, смотри, Таня, интерес. А, это вы интерес? Это не они, это мы. Ну они, видишь, тоже. Ребята отлично сыграли, это ГГ-изи или это прям... Это ГГ-изи пишешь, да. По-моему, клёвый был. Вот так. Эпический матч. Вот как надо. Вандафл. Ну все, на этом я закончил. Да, 12:00. В смысле, сливайтесь? Я превращаюсь в тыкву. Завтра на работу вставать рано вообще-то. Кому как? Так. Некоторым. Пока-пока. Пока-пока. А то мы... За 3 часа, помню, одну катку. Только 2 катки вначале выиграли, и все, больше не... никак, да? Не знаю, не считал. Ну, я так примерно постоянно прикидываю. Ты тут без разницы. Когда проигрываешь, больше опыта получаешь, выигрываешь, меньше опыта получаешь, вообще не понимаю. А ты еще здесь это зависит от того, какие ты медальки получаешь. Ты можешь продуть, но при этом, допустим, в золоте быть и опыта больше получить. Ну это да, но все равно. Ну, там выезжаешь в плюсе, когда проигрываешь, это как-то не очень. Запускай. Так, я видел. А ты в рейтинге уже играл? Я ни разу не играл. А, ну вот там ты еще больше будешь подгорать. Я потому знаю, что... я видел, как люди играют. Да не в том дело, что как люди играют, а в том, как там считается. Обычно... Один слив, это тебе нужно отыграть один слив, это 2-3 победы. То есть ты один поэтому раз... Поэтому я не играл, даже не пробовал. И не пробуй. Я попробую. Вот, у меня сгорело 2 стола. Чисто ради вот эти фиолетовые очки, или как это называется, собрать немножко. Какую-нибудь золотую пушку хотя бы на одном персонаже. Кстати, золотую пушку что ли купить? Как кому-нибудь. Я отойду на минуту. Пускай. Золотые пушки ничего выглядят. Ничего, сейчас тащить начнет. Угу. Ну, матч. Такс. Вы прибываете на пост наблюдения Гибралтар. Выберите героя. Оборонка. Зинка. Упс, Дунька.
Так, ладно. 30 секунд до атаки. Погнав один предмет, поймешь 10 тысяч. Дело! Величайшее оружие воина — терпение. Привет! Исполняй! Инженера всегда не дается. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Чё, уже кто-то сдох? Ну, видимо, снайпер. Так, у них есть ангел. Трейсер, Ханза. Пара зашла. Кто на Бьорну сейчас выйдет? Эх, блин. Ахаха. Гензи у них не очень, скажем так. По крайней мере, один на один мы друг друга убили. Цикл начинается снова. Солдат там зашел. Холотрон. Освободи свою бою. Так, упадите вниз. Герои, восстаньте! А вот это очень хорошо. Спасибо! Матушка. Немножко... Ладно, вы там с двух сторон пытаетесь прессовать, да, я так понимаю? Ну, я чисто на грузе стою один. А там нет, больше никого обычно. А, я, блин, я забыл, что мы не все в этом. Это наш турель, да? Да. Да. Пора. Снимите это немедленно. Исход. Мне нужно лечение. Ща. Исцелите меня. Рейнхард. Слился Рейнхард. Ну, в меня.
Потащили, да? Да. Ханза. Кто у нас Ханза? Это я, да. Угу. Не, нормально. Тормознул их неплохо. Прими моё прощение. Герои, восстаньте! Блин, далеко, далеко. Слева Гензи. Блин, сбил. Гензи пошел наверх. Ощутите спокойствие. Гармония окружает. Ногой запинал. Сейчас исцелим. Так. Так, вы, ребят, наверное, далеко сильно не уходите. Пусите. Ну, но им и там где-нибудь ходят. Так, они пытаются войти. Ощутите спокойствие. Осталось одна минута. Проклятие. Спасибо тебе, друг. Спасибо. Подходит Гензи. Солдат вошел. Узри. Так, я тебя не могу достать хилом. Солдата нет. Меня согревает. Спасибо тебе, друг. Осталось 30 сомнений. Герои, восстаньте. Победа меня сброда. Держитесь. Обрети спокойствие. Осталось 10 секунд. Вместе поднажали. Все получится. Неплохо. Фух. Это было это очень да. Неплохо. Да, это было клево. Лучший момент матча. Ливень возмездия. Просто рандом. Серебро по убийствам, бронза по урону. Не, все-таки именно хилить нет, и проще. Ну, вообще-то да. Да. Кнопку нажал и занимаешься своими делами. Да. И радиус достаточно большой. Правда, хил не очень быстрый относительно ангела. Да и ульта, если да честно. Да и относительно Лусио тоже. Ну, ульта для захвата точек вообще клёвая.
Это если с голосом. Она может спасть. Ничего, с голосом? Ну, в принципе, даже и без голоса там понятно, когда нужно. Допустим, кто-то контр-ультует, и ты ультуешь тоже. Её, по крайней мере, его ульта можно в любом случае использовать. И захилить, и спасти, например, от жнеца. Жнец, он же дамажит, как бы, он не этот, никак... Это обычный выстрел вокруг себя. Он при этом уязвим. Не, они, по-моему, сильнее, чем обычные. Нет, те же самые выстрелы, просто их очень много. Они как анимация, то есть их столько, сколько анимации, или они прям... Ну, блин, это, не знаю, это пофиг, наверное. Ну вот я точно не знаю, она именно срабатывает в разные стороны, ну, по траекториям каким-то. Вправо, они влево, без танка. Ой, я никого не пикнул. Ты не пикнул никого. Он болтает на меня. Так, снайпер на ветвях сидит. Уже? Чё уже? Ты её снаружи как-то модель? Я не понял. Лоу. Так, сверху снайпер. Снимите. Нету снайпера. Ага. А нет, есть. Вот она бежит. Я пошел брос толкать. Давай. Кто там бегает? О, снайпер сзади осталось. Осталось все-таки? Я не вижу. Воу, воу. Моя суперспособность заряжается. Я доставлю этот груз в область отправки. Бля. Чё? Так, справа они там уже сели. Живи. Ща. Ты где? Спасибо. Ты бы еще успеваешь кнопки нажимать лишнее. Сверху снайпер. О, мандич. Пехо, снайпер. Пехо. Ну меня почти щит сломали. Сейчас, подожди. Помогите мне! Помогаем. Ты им пофигу на груз вообще. Так, где снайпер? Не вижу снайпера. Сейчас хильнусь. А, все, меня убили все-таки. Так, у них снайпер с золотой пухой. Повторение — это путь к совершенству.
Сейчас. А, блин. Ханза со спины подошел. Я, блин, не мог понять, что случилось. Цикл начинается. Я заблудился. Сейчас, а то меня подождал. Ого. Снайпер, я сопровождаю люк. Так, у меня, если что, там есть как-то. Бля, у меня щит вообще быстро улетает. Блин, такой иду, передо мной что-то, блин, маячит внизу, я думаю, что за хрень, смотрю, там двор внизу. Груз под контролем! Давайте достанем его! Я вижу в тебе самим. Так, я сейчас туда ультану. Ребятки, ощутите спокойствие. Норм. Да. Да. Фух. Лучший момент, мальчик. Видеть, как вершится справедливость, уже на край. Ты долго стол лох качал? М? Долго стол лох качал? Ну, как сказать, я играл почти все лето. В середине августа закончил, продолжил относительно недавно, 2 недели назад. Вот у меня идея появилась не открывать ящики. А толку? Ты какого левела? Смысл? Ну не знаю, чтобы потом скопом открыть. Я их так. Видосик и... записать. Хотя, наверное, заколебусь скрывать, если я много накоплю. Я 14 штук накопил, устал открывать. Заколебешься. А заколебешь потом всякий мусор отсортировать. Отсортировать? Ну, в смысле, имеется в виду это. То, что они у тебя будут. Да, будут светиться, то, что ты их не посмотрел. А, не, ему просто во все нужно будет тогда зайти. Ну, я так, я по одному, по два открываю, когда там. Я тоже сначала думал, а потом смысл их открывать. Точнее, не открывать.
Мне, кстати, сегодня что-то эпическое вышло. Выпало, по-моему. Мне тоже. У меня на трейсер несколько эпиков, я ношу синьку белого цвета. А там не все то, что эпично, то... Вы, кстати, в Ходсе будете? Сходцы для Генги? Я могу за компанию, я уже сделал. Мне проще еще 15 отыграть, чтобы в Ходсе... Я нет. Мне и скин не нравится, и Ходс. Нет, скин клёвый, особенно оружие. Там глаза. Слева в основном все. Самый клёвый скин за Гензи, как ни странно, это японский такой белый. Ну, с крестом. Я его не смог убить. Где все там? Мэй там ходит правого входа. Да, выйдет Энхайт. Немножко вернитесь назад. Окей. Все, я портал поставлю. Самое обидное, его набило из духа. Я, блин, Рейнхард сзади. Он меня толкнул с руку, я взбивал. Телепорт включен. Сообщение налажено. Хил не прожался. Точнее, я его нажал, но ты уже был мертв. Блин, а? Чё? У них какой-то упоротый лучник. Чего? Он не упорот, он задрот. Ну, я это имел в виду. Почему? Ну, очень метко стреляет под ноги. А там-то нет, не очень. Хотя нет, очень. Его кто-то хилил. На. А, у них тоже дзиньят, что ли, походу? Нет. А, нет. А кто его тогда хилил? Я его почти... Цикл начинается. Я у него хилит, рот один. Странно. Я просто его почти убил. Кого? Этого Рейнхарда, и у него прямо на моих глазах стало расти. Причем я пристат рядом не видел. Нет, его это хилило. Он лишь... Когда ты начал спрашивать, и меня убили Рейнхардом, его ангел постоянно хилит. А, ладно. Так что все нормально, это не читерство. Немножко вернитесь. Мэй справа. Ну, моя пушка еще жива. Вай. Так, белки. Дай на хил наверх, Макс. Ща, все. Спасибо. Ща, у нас еще один. Хил. Спасибо.
Сейчас расплавлю. Где? А, блин! А, я в машину уперся. Сейчас расплавлю. Я, блин. Эх ты ж. Самоуверенность плохая защита. Ладно. Так, у них горящий ханджа, это. Надо его остудить. Охладить это их не. Где? Так вот. Охладил ты их, не ханза. Справа входит. Да, входит. Обойти спокойствие. Спасибо. Конечно. Чё? С нашей базы заходит Райна карты и меня у... Shift юзает. Тут выиграли. Ну да нет, в принципе, хорошо стояли так-то. Такой вопрос. Кто из них ушел, что у нас поперло? Оба. Да, это хэш момент был. Ох ты. Я люблю свою турельку. Эпически. Так приятно, когда тебя ценят. В принципе, сыграл неплохо у них ангел. Играли плохо у них остальные. Три золота. У меня, ну, хил, естественно, голда и урон, серебро. Выполнение задач. А сколько у тебя хил был? 3000. Чуть-чуть не хватило, на 100 меньше. Ты... Это тут... Две открыты. Get the fuck off me, down monkey. Чё? Атилы. Отъебись от меня, ебучая манбьяна. Кто-то кого-то заколебал из нашей команды. Ну там это. Правильно писать не обезьяна, а. Ну, обезьяна у нас была. Обезьяна у нас да. была, да. Ну, белок. Хэмбл. Блин, я все думаю. В позапрошлой игре я кого-то кирпичом назвал, да? Я только сейчас понял, почему я кирпичом назвал. Потому что когда
это ХП не хватает, а внизу пишется критически. А мне часть иногда не видно почему-то. Я думаю, mm-hmm. кирпич. Ну что за кирпич? Один, ну, постоянно разный, постоянно кирпич. Я подумал, что это ник чей-то. Ты вообще о чем? Это я вспомнил, короче, другое. Я понял, что слово перепутал, но что-то вообще. Короче, когда хилом играешь, у тебя видны, сколько у кого ХП. Кстати, нужно включить сразу, чтобы всегда отображался, а то у меня только эти, когда я вижу напрямую. Что-то монетки здесь какие-то странные. Индикатор здоровья. Все, теперь я всегда всех индикаторов вижу. Хотя и до этого видел, ё-моё, напрямую. О, там фара. О, что я бы встал. Стас, я сзади щитом стою весь, чё. Да. Там, ок. Давай, что ли? Я только фару прицепил крюком. Так, где? Сверху, давай, было. У меня на тебя большие планы. Слейся со вселенной. Блин, тачка прям на броню доехала. Э! Тебя ждет славное будущее. Все хорошо, сфера диссонанса, она еще маркирует и сквозь стены видно чувака. Ща. У свиньи ульта есть вражеский. Ну, когда тебя убивает. А. У меня, кстати, тоже ульта. Супер способность готова. Они нас видят. Угу. Слева. Жнец слева. Сзади солдат. Вы у меня в прицеле. Ощутите спокойствие. Что я, наверное, зря утонул? Ну ладно. Испугался, что блин. Накрыли. А нет. Жнец. Жнец. А, блин, меня все-таки жнец убил. Что ж такое-то? Бля, вот я косой. Там с 4 патронов. Жнец. Там солдат сзади остался. Угу. Свинья наверху. Вижу.
черт. Опять же нет смысла. Экзосенсов нужно этот побивать сзади. Жнец у них норм. Самоуверенность плохая защита. Кому брони? Ну хватит стоять и смотри. Жнеца нет. Дай, солдат. Вы у меня в прицеле. А толк от того, что... Всё? Да. Да ладно. Да ладно. Вообще отлично. Батьки. Конечно, папки. Лучший момент матча. Там оми. Нежно. Вот как они так стреляют? Так ущерб. У меня так не получается за него. Ну он же спину его особо никто не налупил. Не, я имею в виду, он прям, они там прыгают, он прям на них наводится. Ну, сенса хорошая на руке. Что могу сказать? Наверное. Неплохо, неплохо. Выберите героя. Че, походу опять придется это убрать. Рейнхарда. Не парься. Э? Не парься. Я просто хотел взять симметру, здесь тоже надо далеко бегать. А, мы обороняемся. Хотя, да можно в начале симметру взять? О, да, хотя бы ульту наберу. Ханза вроде. Так, а где? Величайшее оружие воина. Как вы туда взобрались? А, все понял. Да, в принципе, ну, можно их внизу встретить. Я турельку ставлю, чтобы она от лыпы кайвала. 5, 4, 3, 2, 1. И начинается атака. Они, походу, справа пойдут. Нет. И тут нет. Не, не сверху, сверху. Они сверху все. Сзади. А, не показалось. Да, сзади, там обходит. Сзади, сзади кто-то обходит. Это жнец. Есть контакт. Так. Гензи. Бля. Пришлось спрыгнуть, извиняюсь. Кил, 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 кил. Да, у меня там 10 хп был. Блин, я случайно на эту. Обзор, обзор. Ангел перекрыл и в нее хил попал. Да. Так, что-то продавливают маленько. Сверху тут жнец и гензи. Фига себе, она их уже оживила или это наша?
У нас нет анги. Анги есть. Есть, есть. Огонь по готовности. Блин, кого мог, того спас. Ну, шикарно сделал. Так, ща, вернись назад, танчик. Блин, не успел. Герои, восстаньте! Узри свет. Сзади Ганзя входит. Рипер. И жнец. Сейчас вот так. А, нет, он просто кто-то смылся. О, как так быстро еще раз? Значит, попадает. Да и наши тоже набирает быстро. Где? Ощути гармонию. Оставишь сейчас только вам жнец сверху забыл. Так, подальше стану немножко. Особо туда не уходить, а то. Жнец сверху. Нет. Эх, блин, не успел. Сказал же. Да не жнец этот. Походу он попал. Сейчас расплавить. Повторение. Это путь. Точку отдали, можно укрепляться где-нибудь подальше. Ох, он пятерых снял, да? Тебя ждет славное будущее. Ну, молодец. Ну, молодец, смотри. Способность почти готова. Нет, тут. Огонь по готовности. Хорошо скооперированы они, блин, даже для сидящих не в чате, ой, не в скайпе. Невзгоды помогают. Спасибо. Да. Курая, убью тебя, убил Курая. Только, блин, мне там не выстоять. Бейте жнеца. Так, у жнеца ульта. Блин, не знаю, что делать. Их как саранчи вокруг. У нас ангел немного не доигрывает, если огонь честно. Герои, восстаньте! Ханзо у них жесткий, конечно. Так, сейчас ловить броню. Благодарю.
спокойствие. Где там? Слышу, прям рядом где-то бегают, а. Тебе царит хаос. Там сверху слева. Там трое. Может, сейчас пойдем чуть-чуть. Чуть-чуть отойдите, я внизу, я не могу, никого не вижу. Так, они вниз прыгнули. Так, меня сейчас рипер убьет. Ощутите спокойствие. Блин, тачка еще мешает. Лучник сейчас отменил ульту. Так можно делать? Да. А как? Солдат, иди сюда. Генга, ну, Генга. Там это еще был. Ханза. Так, что-то я немножко потерялся. Спасибо. Чего? Ульту просрал. Так, Ханза. Блин, нахрена я сюда пришел? Умер. Нет, живой. Так, блин, все-таки меня он убил. Если что, ульта спасом. Моя суперспособность заряжается. Я готов к трансцендентности. О, Теха. Мои слуги не умирают. Ощутите спокойствие. Не ослабляйте оборону, мы выстоим. Благодарю. Так, ангел наверху, смотри. Он ультовать будет. Суперспособность готова. Это было тяжело. Фьюх. Даже какую-то награду дали. В смысле, ачивку? Да я не знаю, вроде бы. Ну, тут, конечно, да, это он хорошо ультанул. Но это ему не помогло. Тридцать два комплекта брони Розена. Чудесно. Это поскольку по 75 хп. 30... Ну почти тебя догнал, в общем. Чего догнал? Ну, по восстановленному хп, скажем так. А сколько у тебя это? Не, ну в смысле, а броня дает 75. Угу. Вот 32 комплекта. Ты вообще, ну, далеко меня не догнал. Выберите героя. Та же самая карта? Да. Теперь мы атакуем.
белок покидает матч. Там симметры слева ставят здание. Турельки маленькие. Да, в левом здании. Значит, крыса на крыше. Крыса и... Кто? Солдат. Ханза вообще стреляет просто. Так далеко ушел сейчас. Эх. Слейся со вселенной. Какой потенциал. Моя суперспособность еще заряжается. Нет ощущения дежавю. Так, сейчас бегу. А все видят, да, получается, если я накидываю на кого-нибудь этот? Что делаешь? Ну, вроде как, да. Диссонанс с хи... Конечно, видят. Не, оно, допустим, у меня просто надо отображается этим. Вокруг тебя огромный шар. Не, шар это шар, я имею в виду, у меня, например, вообще маркер, как у это, в Google картах. Другие такого не видят, да, получается? О, блин, как он меня достал? Наверху на крыше Ханза сидит. Лол. А, никого нет, да? Ах ты скотина, он, блин, достал меня все-таки. Прям почти на последней секунде. Цикл начинается снова. Что ж, хорош во том, что груз стоит на месте. Я доставлю этот груз в полной сохранности. Освободи свой разум. Ханза в здании. Слева сразу, который. Крыса, наверное, надо скинуть ее. Царит хаос.
Слейся со вселенной. Все бегают стрелять, я просто рядом на грузовиком стою. Норм, норм. А как меня в диссонансе твоему убил? А диссонанс, диссонанс он это хил. Это для меня бессмертие. Вы у меня в прицеле. Зачистка завершена. А почему ты тогда не сдох? Там, говорит, только для меня. То есть я бессмертен, но в этот момент хилю. Очень сильно. То есть усиленный хил идет. То есть какой-нибудь большой мгновенный урон, я, получается, ну, не перебиваю своим хилом. Я просто думал, что как бы я смогу тоже перехилить. Эй, ну что, я сам себя что ли убил? Нет, солдат убил. Стас, поставь свою хилку. Только что откатил. А, ну ладно. Ща. Я просто, блин, что-то... 3 секунды. Поставил. Я тут куда ушел? Ладно. Слейся со вселенной. Со сверху. Пол. Я там взял хил. Груз приближается. Три убийства, 3 смерти. Лучший момент. Скилл. О. Ну, nice. Даже норм. Да. Не, ну лайкну. А, это наш был? Да. Ну, в смысле, не искай. Ну да. Сто 175-й левел. Апнул. Угу. У тебя там по сколько? 20 000, да? 22 000? Или 20 уже сделали? Ну, 22 000 раньше было. Плюс 23-й левел. Сейчас 20 у меня. У меня тоже по 20. Попробуйте почему-то снизили. А сколько опыта сейчас дали? Кому? Не знаю, не помню. 3 700 или... Мне 2 700 дали. Наверное, чтобы качаться, нужно в этот идти. Против и играть. Фраги набивать. Не, быстрее качаться. Или сундучки 3-3. Можно. 3 на 3. В плане там как не короткие? Быстрее тут. Да, не короткие, но там тоже много опыта дают, как в обычной быстрой игре. Ну, сегодня я пошел, 3 раза выиграли, я там сделал из 9-8 толов, я получил 400.
норм. Это где-то минуты за 3-4. Правда, потом не получилось повторить. Ну, 3 на 3. Потом... Первая победа в день, все дела. Там нужно один раз... Там в день, да, по-моему, нужно один раз? Что ему? 1500, да? Нет. Там наверху есть в аркаде, типа, еженедельное задание. 3 победы одно. Так 3 раза можно, то есть 9 побед. А, ну... Да-да-да, я смотрел, я просто думал, там раз в день еще, ну, ежедневно, типа, есть. Ну, я не знаю, когда первый раз эти штуки сделали, там, за участие первый раз вообще коробку давали. Часто. То один на один я так и не смог. Не смог. Да, не смог. Ну, что поделать. Это... У меня чисто на везение получается на 1-1 играть. Чё чисто? Чисто на везение. То есть я больше патронов саживаю в голову, тогда я выигрываю. Не, у меня тупо мало скилла. У меня скилла нет, я просто прыгаю там постоянно и стреляю чисто. Надо на английскую версию перейти, я все время забываю. Да, английского. У тебя приколюшки в русской тоже есть. Сомбы. Тогда я вниз упаду. Он сейчас со спины, скорее всего, зайдет. Освободи свой разум. Ох ты, блин, быстро. Так, мы только успел снесли, осторожно. Спасибо. На тебя большие планы. Это что было? Я жирного скинул. Так, я что-то не могу понять, где кто. Ага, фара, понятно. И другой дзиньята. И надо красавчик взять. Цикл начинается снова. Вообще, побегу. Так. Спасибо тебе, друг. Блин, я еще и выжил. Ну, блин, я успел. Крутой. Еще умудрился кого-то убить, я просто проехал по карте, приехал, тут краешком задел кого-то. Снизу Дзиньята. И Сомбра. За хилкой Саша. Вдова. О, да, вдова. Привет.
Так, сзади. Курая. И бандит еще. Ой, бандит. Солдат. Так, что-то не очень ультануло. Дива. Прям вообще не очень. Круто ты. Круто, круто. Я же говорю, чисто на везение получается. Тоже хард взять. Так, Рейнхард. Он у них был? Перепикали, что ли? Эй, блин. Мой шикарный. Вернись, Рейнхард. Тихо. Давайте, ребята, еще немного. Пас, ехал. Сейчас ультанет. У меня есть ульта, есть, если что-то такое. Твоей душе не спокойно. Вы у меня в прицеле. Дополнительное время. Вообще изи. Изи. Про ток 3 убийства у меня, но. 16. Вот там киллы наделываете. Моменты матча, все так. Мне интересно, как Дзиньетта, ну не, я попадал в Дзиньетта. Попробуй, казанер! Норм. Эпический матч. Совершенство. Само по себе награда. Всем спасибо. Дзинья-то не очень. Сколько там было написано у него сил? А. Не смотрел. Блин, мне 180 не хватило до левела. Ты... Так. Сколько мы уже раз победили? Мы все ни разу не проиграли. Да, мы ни разу не проиграли, сколько победили. Ну раз пять. Это не важно. Да просто интересно. Может даже больше. И 5 точно, наверное, 6 можно. Чё-то не очень скин у моей пожарника. Да, мне он тоже не нравится. Хотя выпал у меня с самым первым легендаркой. А, на что эти, как его, граффити ставить? Т? Т? Т. Как в кантри. Ну-ну. Оно меняет место, да, если ставишь? Да. Скорее бы уже начать. Чё? И ничего. Лезгинка, хопа. Ну, сейчас будет тоже стеночка. Два, один. Атака началась.
Нам что, плохо, что ли? Доставьте груз. Так, давай. Ой, блин, ой, блин. Что вперед полез? Ух ты. Турелька. Обнаружена вражеская турель. Нужно доставить турель. Блин, чувак, ну подпрыгни. Впереди вражеская турель. Фига себе, Вольта. Никого не убило. Круто, это было круто. Выкинул. А кто тебя выкинул? Я когда щит держу, меня не пригвоздить не может, он тупо откидывает, как мне отлично. А почему он не вместе с тобой влетел, интересно? Отменил. А можно отменять? Да. Фига себе. А на что, опять же на shift? Не на shift. Ну, ПКМ, ЛКМ. Сзади Redhead. Сзади? Ультанул в молоко. Он такой же косой, как и я. Да, я зря это сделал. Ой, блин, Ренхер сзади меня отрезал. Турелька на мосту сзади. Блин, Рейнхард. Так, давай что ли? Так, ребятки, не пройти. Впереди турель! Вперед! Покажи им! Что, как остановить? Вау. Убил. Мы в здании там. Мне нужно лечение. Кому там лечение? Все, вижу. Блин, мне... Не шевелитесь! Молодцы, летует. Блин. Да. В здании. Они сзади. Убил. Так, немножко назад, да, вернемся.
не в бот. Блин, что какое-то место, я не могу никак себе место найти. Там турелька стоит. Снять нет еще? А? Нет. Турель снять? Сейчас давай снимем. Так, блин, нет, я не достаю до нее. Ощутите спокойствие. Или мы нападаем, или проигрываем. Судьба. Назад дай хилку. Ща. Спасибо. Впереди вражеская турель. У них лаг. Турель уничтожена. Я чем-то же не боюсь. Достал. Это мне. Че? Блин, я в ловушке. Да, нужна. Блин, то не сзади? Ах ты ж, блин, меня... А, меня срано это... Я забыл, что от этого... Тут обезьяна. От красавчика остаются бомбы, я на них подорвался. Так обидно. Ни одной смерти. И такая смерть позорная. Чего? Чё как-то мне везет в последнее время. Кто там у них? Фары, что ли? Да. А, ну, в принципе, вот это... Они все сзади. Это все-таки убило. Ну. Лол. Он не бы скинул. Нас двоих сейчас выкинуть. Да, да, да. А, он просто врезался, он вряд ли отменил. Ну да. Эпический матч. Видеть, как вершится справедливость, уже награда. Три триста тоже дали. 3348. У меня тоже 3348. Ханаока. Так, где меня выбрать? А это разминка? Да, да. Ну, ожидание. Нет. Ну да. И я все. Я завтра тоже рано встаю, вроде. Ладно, давайте, пока. Давай, ну, давай пока. До первого слива. Не смог купить. Не смог, да. Ну ладно. Такс. Я, наверное, выиграю в коробке, открою и все. А насколько интересно увеличивает сфера диссонанса урон?
Да, 30%. Против танков она вообще крутая. Давай. Наверное, крутая. Один на один, в принципе, с танком, со сферой диссонанса, я прям... Ну, если попадаю, то так достаточно. Если он не попадает, если это не свин. Ну и... Может, со сферой диссонанса скидывать. Кто, свин? Нет, а Заря. А, ну Заря, да, может. Только толку-то я ее прям сразу накидываю, у нее отката нет практически. Ну, она может успеть тебя завалить. Так, ладно. В дверях встречаем, да? Чё, там кто впереди? Да? 5, 4, а, пусть там 3, стоит. Да. 2, а, он 1. В них кинул это. Начинается атака. Защищайте объект А. Так. Освободи свой раб. Кто-то туда упал. Ну хоть кто-нибудь. Пульта есть. Чё? У меня тоже. Пульта есть. Чё сзади? Сейчас. Мелких. Герои, сзади. Восстаньте. Сомбру, да? Блин, Сомбру так и бегает. А, нет. А зачем? Да я, блин, думал, сейчас помру. Сейчас еще не буду. Сейчас. А я сзади кто-то. Исцелите меня. Ты где? Исцелите меня. Ты где ты, блин? Исцелите меня. Исцелите. Так, пара. Хил есть? Да. Ты еще сзади. Тебе заид. Нету. Так, хил. Отмечен. Я только своим лучом не убиваю. Кого? Ты пропал с поля видимости, вернись. Фух. Куда? А. Так, ульта есть. Ты сейчас опять прошло спал. Спасибо.
Трейсер сзади. Сомба. Справитесь? Сомба. Да, нормально. Она уже спереди. Стой, стой. Так, Трейсер. Трейсер слева пошла. Восемь убийств, ноль смертей. У меня 4 убийства, 7 убийств, 0 смертей. Золото. У меня вообще ни хрена. У меня золото за убийство, золото за объем исцеления и золото за выполнение задач. Эту пусть и не стоял. Вот здесь у меня тоже. Я там пульк. Нифига себе серия из 20 убийств. Ладно, лайкнем тебя. У меня тупо практически сфера все время на Рейнхарде висела. Вот просто вот. Все правильно. Я был живой стеной. Ну, сколько заблокировал урона? 13. Ну, норм. Это потом там... они решили в других сторон проходить. Ну, да даже... Why this so easy? I didn't ever play. Что, никогда так не играл? Какого он с Айрекс уровня? Нет, типа я даже не играл. А. Ну, а чё он слился тогда? Ожидание игроков? А, он с отчёлами. Такое чувство, что он по... мне нужен не Рейнхарда, так брать, а кого-то другого. Не Рейнхарда брать? Ну. Я чисто сейчас тоже как противоположно буду у стенки стоять. Mm. Я там бы шифтанулся, но там стен нет, там огромный двор. Из танков. Смотри, что у них там будет. Туда только ну, если... На свинью можешь перейти. А, нет, смотри, мы пикнули, это хорошо, значит, туда будут залетать. И может не мои, будет. Это... Мои? Тьфу, блин. Диву. Диву. Истинное я не имеет формы. Норм. Тебя ждет славное будущее. Торнблер. Зачем ты ее сразу строишь? А что? Она прекрасна. Все равно проценты не чекают, пока игра не начнется. Так, блин, когда начнется, они же атаковать начнут. А она больно бьет. Мое почти. Я могу попросить тебя кое-что подписать. Блин, эти. Сижу, переиграли. Это как Кирюха, он как, ну. Постоянно, блин. Так, ладно. Атака началась. Захватите объект А. Выходи и сразись со мной! Ты свой злейший враг. Так. Дива, давай ты туда залетай. Погрузись в сомнение. Хорошо. Блин, извини. Кинул слишком поздно. Да, что-то мне не особо получается. Беру объект. Так, ладно, у нас танк есть. Обнаружено. Кого взять-то? Так, а. Я бы вангел. Блин, меня все-таки убили. И меня прист убил.
И тебя тоже. Да. Самоуверенность плохая защита. А где турелька стоит, я не понял. Макри в деле. У него же... А. Там есть турелька. А, меня ваншотнули. Так, блин, у них там вдова опять. Не в ту сторону. Отбегать надо было. Да, что-то я не замешкался. Временные трудности. Так, у меня ульта. Я захватываю объект. Кто со мной? Пойдемте. Ощутите спокойствие. Не прошло. Не прошло, да. Герои, восстаньте. Все системы проверены. Капец, я бы не туда зашел и вышел даже. Так, там, блин, вдова, не могу пройти. Турелька справа во дворе. Да, турель. Системы починены. Блин, я чё? Обнаружена турель. Так, вы заходите? Я бегу. Лошара у них, а не Ханза. Не, нормально. Сломал турель. Блин. Блин, турель. Что я там крутился? Сейчас все захли? Да, да я что-то там крутился, крутился. Так, ладно. Временные трудности. Огневой контакт. Ощути гармонию. Спасибо. У меня на тебя большие планы. Чё такого? Прибежали? Время на исходе. Или раз, или никогда. Ощутите спокойствие. Че, неужели не... Да. Пораженька. Лучший момент матча. Тренинатор. Что это такое? Что это было? Вообще ничего не было. Ну, кто-нибудь еще, кто не лайкнул. Так, тряпки собрались.
Там вопрос расслабить счет. Ну? Ух ты. Его сегодня у нас не было. Опять обоим. Мне здесь обороняться нравится. ПФ4ПР3. Как его прочитать правильно? Ну это как ошибка, наверное. Нет? Типа PFR? Да. Правда, очень странно написано. Просто спроси у него сам. Феррер. О, еще одного придурка нашел. Тебя ждет славное будущее. 30 секунд. Еще одного. Ох, не люблю я. Так, с левой стороны. Так. Для меня Мы... честь вести вас в бой. Я обычно здесь стою, и отсюда отлично все простреливается за танком. И хилится всех неплохо. Вот если только туда далеко сейчас, ходить не будет. Сейчас только не побегут, наверное, танками. А у нас... А у нас танка нету. Ладно. Попробуем без танка. Сделал файл. Кто-то улетел. Так, нужен танк, походу, да? Цикл начинается снова. Кому брони? Ты свой злейший враг. Обрети спокойствие. Очень даже остановить не надо. Побежал за броней, не добежал. Сюда витается между нами. Сзади у нас хакер. Яна, я не вижу ее. Я ее слышу, но не вижу. Сильно. Все. Отлично. Я успел у нее сферу диссонанса повесить. Да, да, понял, да. Так, не вижу. Броня!
Опять меня этот убил. Не хил. Да и все сзади. Объект нападаю. Все туда. Трейсер сзади. Че? Я че, единственный, кто помер, да? Так, у ангела есть готовая. Ща. Ты ж моя красавица. Рыбки сломали. Освободи свой разум. Вперед! Осталось одна минута. Все, меня Тайси вынесло. Огонь. О. Без танков. Да. Лучший момент матча. Ну. Вперед, покажи им. И убежал. А что он говорит, когда ультует? Молтинкой. А, у тебя на английском, что типа, ли? Да. Типа кипящей еды или что-то подобное. Так, сейчас у нас атака, да? Да, на этой же карте. Сейчас, наверное, я в атаке сыграю, и потом, наверное, все. Может, сюда еще пораньше встану, поиграю. Это завтра в ТМ? Нет, я с 12. Ага. Из дома. Может, до первой пораженьки? Мы уже поражались. Че? Мы уже поражались. Нет, там не считается, потому что мы же не говорили, что ну, будем до первого поражения. Ну, ты предлагал Стасу. Но он же ушел. И не согласился. Да, поэтому как бы не считается. Ну ладно. Только это сливаться не нужно. Чем я занимаюсь? Все этим занимаются. Атака начнется через 30 секунд. Старайтесь, как я уверен. Время для медитации. Ой, боже мой, ладно. Так, ладно, пойдемте. 5, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Захватите объект А. О, у них симметрия есть. Ты по шарику понял, да? Так, что-то как-то. Ощути. Ух ты, меня симметра задела.
Могу Рейнхарда запинать. Все, телепорт, наверное, уже есть. Да, я слышал, да. Орло. Наверху этот. О, да, ради одного солдата ульту, причем мертвого. Опять меня не ел этот убил. Повторение — это путь к совершенству. Мы их прорывать не можем. Может быть, кого-нибудь пикнуть еще? Не, ну, а без... кого можно взять? Рейнхарда, может. Он не пролетит. Там турельки стоят от 7 метров. Опа. Так. Что, уже второй дракон? Просто мне не перепикивать точно не нужно, потому что я единственный прист. У нас, блять, это ебаная сомбра будет ему щит ломать, нет? Да мне такое ощущение, что я ему щит ломаю. Блин, а? Там еще Ханза стоит. Неплохой. Ну, Ханза никак не задеть, потому что щит. Я бы утонул уже давно, но, блин, смысл не ультовать ему щит. Ух ты! Впереди вражеская турель! Физический визор активирован. Твою мать. Меня, походу, не пробили. Кажется, мы больше не будем играть. Да. Ну ладно, давайте обезьяну. Так, так, у меня ульта, так что... Давайте его захватываем. Блин, я единственный точно был. Они тоже не единственные. Эпик. Нет. Ханза.
Сметитесь со сферы. Достал. Да. Эпический. Превосходно. Ты кроме Дуваша кем-нибудь играешь вообще? Ну, да. В основном я всеми, кроме Дуваша, кроме него играю. Так, что-то зашло сегодня. Фига себе, у меня золото, число убийства объектов. Одно. И у меня серебро по урону. Да. 8 коробок. Че, вы все? Да. Да? Ну, всем пока. Пока. Давай, пока всем.